Имеем оборудование, которое отработало уже практически весь свой ресурс. Я представляю национальную энергетическую компанию НЭК «Укрэнерго», чтобы вы четко понимали, что из себя представляет эта компания. На Украине есть генерирующие предприятия. Это гидроэлектростанции, атомные электростанции, тепловые станции, электроцентрали. Дальше есть энергоснабжающие компании, которые несут ответственность за передачу и поставку непосредственно электрической энергии уже до самого потребителя. Наша компания является, по сути дела, дирижером всего этого оркестра для того, чтобы энергетика Украины работала надежно и слаженно. Естественно, что главная цель нашей компании, главная задача как системного оператора – это надежное, бесперебойное обеспечение энергетической отрасли страны. К сожалению, на сегодняшний день, повторюсь, сложилась не самая лучшая ситуация. По состоянию на сегодняшнее утро в стране простаивает 30 энергоблоков по банальной причине отсутствия топлива. Сразу же хочу расставить точки над «и», чтобы каждый понимал, кто за что отвечает и кто чем занимается. Согласно положению о взаимоотношениях между НЭК «Укрэнерго» и генерирующими компаниями, ответственность за снабжение топливом, в том числе углем, газом, мазутом и так далее и тому подобное, несут ответственность генерирующие энергокомпании.